Всем привет! Вы неоднократно оставляли комментарии и сообщения с просьбой о том, чтобы я показала вам, как я ухаживаю за своей кожей. Проведем мы это все в стиле анпакинг. Всего две небольшие баночки, никакой магии. Первое. Обновляющая сыворотка Энергия Протинола. Она, кстати, даже пахнет обалденно. А теперь все это дело размазываем. Я не знаю, видно у вас там или нет, но кожа офигенно сияющая. Кстати, к вопросу, почему именно эта сыворотка. Способствует обновлению клеток, усиливает выработку коллагена и защищает от его потерь. Да просто кожа классная. Сыворотка кайф. Пришло его время. Крем и гель вокруг глаз. Два в одном. Открываем. А тут инструкция. Гель мы мажем на верхний, а вот кремушек на нижнее веко. Это все, кстати, укрепляет и восстанавливает кожу вокруг глаз. Она становится упругой и подтянутой. Расход у него очень маленький. Хватит надолго. Это, собственно, все. Расскажу вам по секрету, где их можно заказать. Я, например, заказываю на сайте avon.ru.